Усе навінкі айчыннай вытворчасці. Напрыклад, аўтобусы МАЗ аснашчаны найноўшымі сродкамі электронікі. Усё для бяспекі пасажыраў. Пасажырам камфортней станет ездзіць на нашых аўтобусах. І в будучым планіруецца ещё закупка такіх аўтобусаў. Па суці, в этот дзень горад радзіўся заново, был разрушен, восстановлен. Ну и новые автобусы – это тоже как восстановление городских перевозок. Только за 2024 год у Гомель облаутотрансе набыли свыше за 50 новых одинок троллейбусов и автобусов. По линии Гарсап обновили 16 машин, которые будут чистить и прибирать город от снегу.